Национальный исторический музей представляет эксклюзивный проект. Более 200 сакральных экспонатов. Впервые в новейшей истории нашей страны в музейном пространстве собраны богослужебные артефакты традиций католичества. Среди представленных ценностей, как спасенные от уничтожения, разрушения раритеты, начиная с 17 века, так и современные символы веры. Около половины экспонатов – это ныне действующая богослужебная утварь, которую творческая группа привезла из культовых костелов Беларуси. Например, орнат – католическое облачение священнослужителей из слуцких поясов. И монстрация сделана специально для освящения костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве 1783 года. Был заключен меморандум об сотрудничестве между Национальным историческим музеем Республики Беларусь и митрополитальной курией Минско-Могилевской архидиоцезии. Мы как раз хотели сделать не то, что выставу просвечена только костелу на Беларуси, а про традиции костела как раз хотели показать то, что нас лучше всех белорусов. Культура мастерства, она интернациональная. Традиции, которые уживаются у одной конфессии, яны, коли яны пригожие, яны обовязково берутся у другой конфессии. Помощь в предоставлении сакральных артефактов также оказали частные коллекционеры, столичные музеи и архивы. Благодаря этому можно увидеть все разнообразие исторической, религиозной живописи, музыкального и книжного наследия.